Друзья, всем привет. Вот у нас повыросли Данюшки. Тут и Глафиш. Уже такого размера, сантиметра по два, по два с половиной есть некоторые. Будем пересаживать их вот сюда в большой аквариум 200-литровый. Здесь места будет больше, будут быстрее расти. То есть сортировочку надо произвести. Рыбки растут, Данюшки, как-то неравномерно, поэтому будем делать сортировку. Здесь у нас плавают несколько гупешек. В этом аквариуме надо тоже от них избавиться. И вот эта вот самочка меченосца рубинового, я с нее не мог получить потомство никогда. Посадил ее, здесь жили три самца меченосцев. Вот сейчас тут один где-то плавает самец. Смотрю, у нее уже появляется пузико. Будем ждать от нее потомства. Не беременела и все. А теперь она осталась самцом один на один. У самца больше самок не было. И вот он с ней. Рыбок только что покормил. Вот он сон. Золотистый. Гупешки подросли. Золотые стали меньше их ловить и кушать. Ну, Данюшек они не поймают. Данюшек не поймают. Данюшки хорошие, крупные. Хотел показать сомиков. Тараканчиков маленьких, которые покупал вчера, по-моему, да, вчера. Но они все спрятались вот в этот вот грот глиняный. Все сидят там, наелись. Все спрятались. Только всех покормил. Вишневые барбусы плавают. Стайка. Золотых и телескопиков отправил сюда к гупешкам. Плавают, едят все нормально, вода мутная от самов, и они еще мутят воду. Я тут через день, считай, мою фильтр. Вот так вот забивается губка, мусору от них много. Вот, вот такие вот самцы кое там сидели с рубиновой самкой. С вот этой самочкой рубиновой. А сейчас один самец. Вот этот. Зеленый меченосец.
подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр моего ролика.